Также, это же квартирник, поэтому вопросы, там, крики прям с места, это вообще только приветствуется. Вот это перебивание, когда мы играем, очень классно, когда вот мы переиграем, а кто-то громко разговаривает рядом. Можешь с телефона включить? Да, как вариант, да, хорош. Ну, на самом деле, шучу, а вообще приветствуются разговоры, потому что в этом, наверное, и есть смысл квартирника. Да, можно поговорить обо всем. Не знаю, мы не готовили специально трек-лист, потому что это же квартирный. И поэтому мы будем играть сейчас все подряд. А, там «Белые розы» у нас есть. Потом... «Руки вверх» мы почти весь репертуар переиграли в свое время. «Краски». «Сектор газа». Он тогда шутит «Сектор газа». Ну ладно, мы не будем об этом, мало ли кто-то. Не говори, просто скажи, «Сектор газа». Нет, не обидно. Почитайте. С чего начнем? У тебя список? Да, с радостью. Да. Нет, ну, да там просто так написано. Давай начнем по сразу. Да что-нибудь пободрить, давай. Пободрить? Да если не про меня начнем, а кто моется значит. А, мы сегодня играли песню, вот мы с ней сейчас начнем, называется песня «Не про меня». А утром мы же с Владимира приехали. Там в библиотеке местное какое-то мероприятие, посвященное нашему владимирскому писателю, известному, ну, уже умершему. Вот. И там надо было сыграть пару песен, так чисто формально. И мы там репетировали с этой песней, чекались. И сыграли раза два или три. Сюда приехали с этой песней, чекались, тоже сыграли 2-3 раза. И вот сейчас мы с нее начнем, чтобы ее уже как бы все оставить. Сегодня ее оставим. Навсегда. Ря! Ну я не распелся, простите. А, я еще уснул, пока сюда ехали. Уснул, и вот сейчас немножко я уже взбодрился, а вот Катя видела, мы приехали сюда, я такой, где я? Ну, жарко, потому что солнце печет. Денис окна в машине не открывает, боится, что это, простудится. А можно я попрошу еще раз представиться, а то я не успела снять начало? Конечно. Ты же обещал второй раз знакомиться? Ну, мы несколько раз будем знакомиться. Вот, мы группа «Инок И», город Владимир. Мы начинаем этот концерт. Ага. Чуть-чуть не это. Забыл включить микрофон, чтобы получилось. Неудобно. Я уверен и спокойно.
чего подальше. Я ведь помню тебя прежней. Любить нельзя иначе. Обними меня крепче. В теле жизни бесконечно. И ты не помнишь из детства. Любить — это наследовать вечно. Это все. Тему уже прошли. Мы все ближе к концу. Давайте радуйся. Радуйся? Да. У нас вышла песня новая, 1 числа, первый день лета. Это что, июнь? Да, июнь. «Радуйся» называется. Она там в другой маленькой аранжировке, поэтому предлагаю, если вдруг вы не забудете, послушайте ее потом. Там на Яндекс.Музыке, ВК, ну короче, где вы слушаете, она везде есть. Сбер Музбирь. Это не реклама Сбера. Классная футболка. Весна моя, сборным у нас все наладится.
землю слеза твоя. Радуйся, радуйся, любовь ко мне еще жива. Мы веселы. Что? Только прикидывайся. Ну да. Давай тогда эту. Давай тогда что-нибудь повеселее. А, давай, хорошо. Время, время хромай. А что мы с ним начали? Ты нам объясняешь, что? Не знаю. Какие мы сегодня предсказания. А все слышно, все хорошо, да? Нет, микрофон не работает. Давайте поаплодируем Константину, он сегодня нас за звук освещает. Просто если что, чтобы знали. Героев надо знать. Thank you.
Всегда расстраивается в другую сторону, то есть строй плывет не вниз, а вверх. Натягивает. Ну, как будто бы гриф такой. Ну. Натягивает. Растет. Растет, когда вот где-то мы на концерте играем. «Снег полотна»? Да. Песня называется «Снег полотна». А я начинаю, да? Искали дети Каина.
20 все наши веселые песни, прошу. Сейчас будет грустно, да, какая-нибудь? Не знаю, нас Вадим сегодня рулит трек-листом. Любую. Давай эту «Ждать тебя». Давай «Ждать». А, мы вместе там начинаем. Мы, и почему я так вспоминаю? Потому что мы на последней репетиции все Денис переделал, как всегда. Он у нас худрук, он руководит как бы нашим вокально-инструментальным ансамблем. Не забудь аккорд не поставить. Вот. Вот опять. Ну не прилюдим, ну что ты. А я любовь твою нашу играю. Все. Съемка, поэтому мы потом посмотрим на видео, а? Ну, ты будешь смотреть, я говорю, мы смотрим. Смотрим, слушаем. Будем всех проверять и ставить рейтинг. Что мы дальше будем? Кто был самый веселый? Много. Выбирайте. Мира, ты же давай. Да, мы не видим. Мы все в нашу. Снится, давай сыграем. А, нет, нет, давай, значит, сыграем. Глаза. Песня из цикла недописанных песен. Однажды у нас так получилось, что мы написали там один куплет и музыку. И решили оставить как будто бы эту песню.
и появился цикл недописанных песен. Но она пока там одна. Уместилась в кармане, но
разные стороны. Давай, там. Давай. Там. Вот следующую песню мы умеем. Там просто попроще все. По моей памяти неудачи разбросаны, и душа вся в грязи, притаилась, молчи. А по небу раскатами истории носятся, о судьбе, что на полке в чулане аккуратно лежит. Но не меня. Первая слепая кисера ваших ног. Никто никогда не узнает, насколько на этой планете Бог одинок. Самую любимую песню с нами приехал Света, наша просто подруга. О, давай мы сейчас для нее. Мы для нее специально играем вот эту песню всегда. Она обожает эту песню. Да как у нашей стрелки младки. Да на самом деле шучу, просто на самом деле ее бесит эта песня. Спасибо, родные. Но для тебя специально. Понимаешь, сегодня день лучших друзей. Да. Праздник. Мог бы шоколадкой обойтись. Не, ну лучше еще побесить. Шоколадка тоже друзья. Мы по дороге там это были шоколад. По дороге сюда, когда мы едем, куча людей продают шоколад. Вот почему? У вас так, такая сладкая песня Иванова. Или эти, эклеры из детства. Да, да. Да, она просто эклеры. А еще вся дорога от Владимира до Иванова в шоколаде. Из чего только детства, непонятно там. Не написано. Ну, года. Потому что я еще застал те эклеры вкусные, вот эти с маслом. Прям классные. А вот, ну, многие не застали, вот, например. Они берут деревья, да? Погнали, давай. Мир и дым давай. Не, у нас душа, мир и дым и любовь твоя, по-моему, да? Нет, любовь твоя не будет. Ну вот, мир и дым, душа. И все. И, ну и все. Ну да, мир и дым, душа. А что две песни, что мы сыграем? А, ну, сейчас там еще найдет. Не надо. Да, хорошая песня, что стрелять. Она правит. Она любви. Или про любовь.
босиком пошел. Ветер гонит спину, ищет душу, душу не нашел. А до жизни 2 минуты затянулась головой, ой. Встречаться бы с душой, да не за тех, кто с ней знаком. Небеса отвечают дождями на вопросы, не заданные тобой. Миром слетая, но не со мной душа. Прости меня. Прошлого года вышло. А, ну почти недавно. Полгода прошло. Сегодня 6-й месяц, 6-й. 30 декабря она вышла. Да. История там классная, там записаны рязанские девчонки, бэк-вокалы. Это надо слушать, ну сейчас их нет, естественно. Мы во Владимире, они в Рязани, приехали со Владимира, чтобы на улице просто играть. Из Рязани во Владимир, наоборот. Во Владимир из Рязани они приехали. На улице, чтобы сыграть просто. Ну правда, они уличные музыканты. А мы им говорим, типа, а ну-ка спойте к нам вот эту песню. Они такие, ну давайте. Спели и уехали. И полгода лежала эта запись просто.
А потом мы на студию приехали, и все сохранилось, эти голоса встали туда как нужно. И получилась песня с женским бэк-вокалом. Рекомендую просто послушать. О ней можно говорить бесконечно. А как коронны подписываются на нашу группу, там вот это все? Ну, конечно, естественно, подписываться на группу, значит, объединение творческого канта. Ну, хотя, я думаю, вы все подписаны. А кто не подписан, у нас есть видеозапись, мы отправляем. Ну, и на группу Инок И, конечно. Да. Это для нас важно. А, привет. Сейчас, наверное, 5-10 минут антракт, мы переподключимся, и дальше будет играть Михаил Филатов из группы Black Rain.